Надо же. Так, это Юпитер. Справа правый спутник — это Европа. Левее Ганимед. А Каллисто должен быть уже слева от Юпитера, пока не вижу. Неожиданно взял и сфокусировался фотоаппарат. Так запросто. Сейчас он, вижу, уже один спутничек на экране. Вот он, второй на экране. И заползает. Так. Что у нас со временем? Сегодня у нас 23 сентября 2019 год, Харьков. Равноденствие осеннее. 18:59, ну 19:00 по Киеву. Не вижу Каллисто слева. Его не видно. Его как раз сейчас за Юпитером. А, вон Каллисто мелькает. Не знаю, на экране будет видно или нет. Довольно приличное расстояние. Ладушки. Да, еще такие у нас сумерки тут. Приятные. Безветренные. И цвет неба чудесный. Так, вон я вижу Сатурн. До Юпитера 800 миллионов километров, а вот до Сатурна 1 400 000 000. О, вот он, надо ж. Сейчас попробуем его поймать. Не убегай. Да, ну я уже устал говорить. Небо идеально чистым за это лето не было ни разу, и сейчас этого не жду. Есть какая-то область, есть какая-то дымка, а все равно видно кольца Сатурна. Да, не так, чтобы сильно четко, бывало и получше. Но вот этот туманчик маленько нам дело портит. Но ты посмотри, удалось навестись и на Юпитер, и на Сатурн одним разом. Да еще даже с галилеевыми спутниками. Большего и желать грех. В день осеннего равноденствия хоть что-то, ну, поснимали. Ну и чудненько. Луна взойдет еще не скоро, и она будет абсолютно серповидная. Да,
Вот чудо техники. Миллиард 400 миллионов километров. Ну, чтобы было понятно, это в 10 раз дальше практически, чем от Земли до Солнца. И вот мы смотрим на эту всю красоту. И видим кольца Сатурна. И темнеет прямо на глазах. А вот он, Юпитер. Гигантская планета. На гигантском же расстоянии. Опс. Попробую ее поймать на таком расстоянии. Оно. Ну, совсем уже четко видны спутники. Справа Европа идет. Совсем близко к Юпитеру. Ганимед. И сейчас должен. Появится Каллиста. Не вижу Каллиста. Восемьсот семь миллионов километров сегодня до Юпитера у нас, если быть точным. Жалко, четвертого спутника не видно Ива. Впрочем, и третьего не видно Каллиста. Да, а при первом наведении был хоть чуть-чуть заметен. Может, облачко какое нашло. Ну, ладушки. Еще раз глянем на закат. Сентября 2019 года, Харьков, 19:07 по Киеву. Осеннее равноденствие. День равен ночи.